Добрый день, дорогие пекари! Смотрите, какую красоту я вам сегодня предлагаю приготовить, поддержать новогоднее настроение. У меня даже немножко оформление такое новогоднее. Это пирог со шпинатом и сыром. Подобные пироги, подобные формовки вы наверняка могли видеть в интернете, их достаточно много. И обычно они делаются из готового слоеного теста. То есть берем магазинное тесто, два пласта, начинку и вот такую формовку. Но я, как обычно, не ищу легких путей, у меня будет свое тесто. Надеюсь, оно вам понравится. Ну а в новогодние праздники наверняка захочется не только сдобы, но и чего-то более полезного и интересного. Здесь первый сорт муки, шпинат, творожный сыр, все натурально, очень вкусно. Давайте приступать. Для прекрасного новогоднего пирога нам понадобится, конечно же, шпинат. Пирог у нас со шпинатом. У меня замороженный шпинат. И когда мы начинаем замешивать тесто, самое время выложить шпинат на разморозку. Молоко, сливочное масло, сливочный творожный сыр, рассольный сыр типа брынзы или адыгейского. Я взяла адыгейский. Соль, сахар. Я буду брать пшеничную муку первого сорта. И, конечно, понадобится закваска. На закваске я буду ставить опару. Здесь у меня густая закваска Левита Мадре. Но поскольку закваски у нас идет в тесто очень мало, в опару очень мало, вы можете взять любую другую пшеничную закваску. Начинаем мы заранее и делаем опару. А все это понадобится позже для приготовления теста. Для этого пирога мы начнем с опары, и опару будем ставить на Левита Мадре. Если у вас вдруг нет такой закваски, берете обычную жидкую закваску 100% влажности. У нас будет закваски мало в рецептуре, поэтому отклонение там, в 5 граммов влаги или 5 граммов, 10 граммов муки не столь критично, это не столь важно. Будем ставить опару на молоке. И знаете, сейчас у меня возникла идея рассказать вам о разных типах опары, о разных составах. Наверняка многие из вас слышали такие слова, как бига, пулиш, соленая опара, может быть, большая, малая опара. Если интересно, и если стоит сделать цикл таких рассказов о различных опарах, пишите в комментариях, я тогда обязательно сделаю. Ну, только если это интересно. Берем емкость, в которой будет выбраживаться опара. 30 граммов закваски. Лучше ее порвать маленькими кусочками. Наливаем 100 граммов холодного молока и 200 граммов пшеничной муки первого сорта. Если у вас нет первого, берите высший. Но пирог у нас не сладкий, хоть и достаточно сдобный. Поэтому, на мой взгляд, первый сорт, а может быть даже и второй, будет гораздо интереснее, чем высший. Замешиваем опару. Будет сухо, никакой жидкости не добавляем. Так сухо и должно быть. Вам будет очень сложно вместить вот эту всю крошку сухую, поэтому пользуемся обычным приемом, который я делаю при замесе теста. То есть накрываю крышкой, делаю паузу на 5-10 минут и домешу. Через 5 минут тесто у нас помягчело и уже гораздо лучше поддается замесу, чем в самом начале. В замесе я перешла на стол. Ну, в общем-то, все. Вот такой плотный комок теста получился. Отправляю его в миску на брожение. Брожение займет 15-16 часов при температуре плюс 21. Оставляем его до завтрашнего дня. Прошло 16 часов брожения опары. Вы помните, какая она была плотная, поэтому давайте смотреть, что сейчас с ней произошло. Она плотная и очень рыхлая внутри. Видите? Несмотря на плотность, закваска ее хорошо разрыхлила. Сейчас будем замешивать тесто. И нужно опару всю порвать на кусочки. Вливаем 110 граммов молока. Добавляем одно яйцо. Сверху насыпаем муку. Первый сорт 180 граммов. Поверх муки насыпаем соль 8 граммов. И сахар 30 граммов. Сейчас начнем первичный замес теста. Первичный замес займет всего 3-4 минуты. И обязательно делаем его на низкой скорости. В результате первичного замеса тесто вот такое неоднородное, комковатое.
И для того, чтобы дальше нам было проще месить, сейчас нужно оставить тесто постоять примерно на 15-20 минут, чтобы все ингредиенты, которые мы добавили, почувствовали себя единым целым, осознали, что мы пытаемся сделать из них тесто. Оставляем постоять. После 20-минутной паузы нам нужно домесить тесто до однородного состояния. Это может занять примерно минут 10. Прошел у меня замес 10 минут. Смотрим. Тесто начало собираться. Оно уже тянется, но чуть-чуть рыхловатое. Вот при таком состоянии теста масло вносить еще рано. Домешиваем до гладкости. И когда тесто у нас уже замесилось хорошо, добавляем 35 граммов сливочного масла. Желательно добавить не все сразу, а в два, например, приема. Я сейчас закинула два кусочка, дам ему вмеситься и добавлю еще. Добавляем еще масло и даем тесту полностью замеситься. Тесто у меня замесилось. Смотрите, какое эластичное, хорошее. Переложила тесто в смазанную маслом миску. Сейчас я его немного приведу в порядок, округлю. Укладываю его на брожение. Поскольку половина муки была сброжена в опаре, время брожения может быть сокращено примерно 3-4 часа, может быть даже 2 часа. Наблюдайте за вашим тестом, оно должно заметно подняться примерно в 2 раза. Я поставлю его поближе к батареям отопления, чтобы температура была примерно 24-25 градусов, и оно побыстрее выросло. К окончанию времени брожения теста нужно подготовить начинку. Для начинки я уже вам показывала, понадобится шпинат и два вида сыра, и также я буду добавлять специи. Первый очень важный момент: со шпината нужно слить лишние жидкости. Вообще начинка не должна быть влажной. Пока у нас шпинат отцеживается, натрем на терочке сыр. У меня адыгейский. Можно его просто размять вилкой, если вам так удобнее. Можно натереть на терке. И творожный сливочный сыр. Если в сыре вы видите какую-то жидкость, также его нужно сцедить. Когда со шпината стекла жидкость, перекладываем его в другую миску. Сюда же всыпаем сыр и выкладываем творожный сливочный сыр. Начинаем разминать. В процессе перемешивания добавляем немного итальянских трав. Соль не добавляем, чтобы не отошла вода. Довольно нежная получается начинка, кремообразная. Пробуем. Чуть-чуть соли нужно. Начинку отставляем пока в сторону. Посмотрим на тесто. Оно хорошо подошло. Подпыляем на поверхность, подпыляем на доску. Это у меня доска для раскатки. Ух ты, какое оно классное. Смотрите, какая красота. Шикарное тесто. Так, тесто у меня 740 граммов. Делю его пополам. И каждую часть округляю в шарик. Лишний газ выпускаем. Большие пузыри в пироге нам не нужны. Подстилаем на поверхность муку, оставляем на небольшую отлежку. Сейчас самое сложное будет раскатать правильную фигуру. Делаем из заготовки треугольник и начинаем катать. Смотрите, я в общем и целом раскатала треугольник, придать более острые углы. Ну, собственно, это можно потом сделать уже на бумаге. Вы запоминаете размер, потому что второй пласт нам придется катать до такого же размера. Делаем чуть-чуть пошире. Катаем до толщины примерно 4-5 миллиметров. Переносим нашу заготовку. Если чуть-чуть потерялась форма, не страшно. Расправляем все прямо здесь, на бумаге. Можно чуть подтянуть тесто. И катаем второй пласт такого же размера. Ставим рядышком уже раскатанный ранее пласт. И прикидываем размеры. Можно наложить их прям друг на друга. Выровнять.
понять, что они близки. Присыпать мукой. Аккуратно сложить. Убрать верхний пласт пока в сторонку. Все, берем начинку. Выкладываем ее. Распределяем начинку ровным слоем, не доходя около сантиметра до краев. Дальше берем верхний слой. И как мы его складывали, также мы его теперь на месте и раскладываем. Так, аккуратно. Стараясь накрывать так, чтобы не была видна начинка. Можно промазать яйцом края, можно ничем не промазывать, а просто аккуратно их слепить. Теперь можно еще раз подправить форму. Елочка у нас остроконечная, ровная. Подобьем снизу, залепим уголки. Можно пройти по поверхности. Распределить чуть-чуть толщину. Подходящий по размеру кусок пленки. На пленку наносим растительное масло. Пол чайной ложечки, даже меньше. Можно на руки нанести, а потом промазать пленку. Это делается для того, чтобы пленка в процессе расстойки не прилипла к тесту. Смазали. Расправляем пленочку. И накрываем нашу елочку будущую. Все, оставляю на расстойку на час. В теплом достаточно месте. Точно там же, возле батареи отопления. Я думаю, часа будет достаточно. Через час расстойки пирога убираем пленку. Берем бечевку и при помощи ее намечаем нашу елочку. Намечаем дальше уровни, через которые будем делать надрезы. Примерно через 2-2,5 сантиметра. И разрезаем либо шпателем, либо ножом, чем вам удобно. Прорезаем до намеченной линии. Каждый уровень заворачиваем вверх один раз. Если у вас длинный надрез, можно развернуть 2 раза. Далее берем яичный желток с водичкой и промазываем всю поверхность, чтобы у нас был глянцевый красивый пирог. И отправляем его выпекаться на 180 градусов на 40 минут. Через 40 минут пирог готов. Смотрите, какая красота. Мне очень нравится. Он очень классный, очень румяный. По-моему, очень красиво получилось. Пирог мой остыл. Вот так я его разложила для красоты. Для настроения оформила в новогоднем таком антураже. И сейчас очень хочется попробовать. Даже не знаю, какую часть отрезать. Сразу макушку резать. Давайте попробуем отрезать макушку. Начинки много. Тесто мягкое. Достаточно тонкое тесто и много начинки. Все, как я люблю. У меня на канале есть еще один пирог со шпинатом с сыром на тесте из цельнозерновой муки. Я оставлю ссылку в описании. Посмотрите его. Он тоже очень вкусный, но это замечательный. Сочная начинка. Хорошее тонкое тесто. Попробуйте испечь такой пирог в новогодние праздники. Я уверена, он вам понравится. Он разнообразит ваш стол. Напишите о своих впечатлениях от этого рецепта. Ну и всех с наступающим. Давайте продолжать с вами печь и испечем еще много всего интересного.